Наречена перетворюється на справжню британську принцесу. Їй роблять стриманий макіяж. Королівські локони. Та одягають діадему. Мама Світлана хвилюється, чи сподобається весільна сукня її доньці. Раз, два, три. Боже, та що, ужас или наоборот восторг, доченька? Очень красиво. Очень красиво. Тебе нравится это платье? Я думаю, ты мечтала? Котик, не плачь. Я тоже рада. Костюм поволі наповнюється гостями. Останніми елегантно вдягненими та по-англійськи стриманими прибувають мами та наречений. Чекають на наречену. Церемонія розпочинається. Михаїл і Вікторія, маєте ли ви добровільне і іскренне бажання з'єднатися друг з другом у узі супружества? Да. Да. Виктория, прими это кольцо, как знак моей верности, и любви во имя Отца и Сына и Святого Духа. Михаил, прими это кольцо, как знак моей верности, и любви во имя Отца и Сына и Святого Духа. Объявляю вас мужем и женою. Можете друг друга поцеловать, а гости могут вас поздравить.
очень счастлива. Безумно. Самая лучшая жена на свете. Понравилось-то не то слово. Так красиво, трогательно. Вот сейчас она уже взрослая девочка. Она будет уже замужняя женщина, понимаете? У нее будет счастье, впереди много радости, много светлого. Когда Викин папа подвел ее ко мне только, знаете, я ее как будто вот только первый раз увидел, знаете, у меня настолько сердце чуть не вылетело просто. Мне, я не знаю, как будто ее неделю не видел, и, знаете, эмоции меня, я себя просто сдерживаю. Это слезы радости. Ой, классно было, классно, классно, классно. Все, у меня хорошее настроение. Сейчас у меня начнется. Після церемонії урочистий кортеж прямує до ресторану. Продовжувати королівську гулянку. Как вот что для Вики, я знаю, что это мои чувства. Для меня очень было важно, чтобы был танец у нас на свадьбе. Миша, конечно, сопротивлялся, он говорит, я не могу, я не смогу. Но ничего, все получилось, даже он сам не ожидал самого результата. Как Влад Яма сплясал. Отличный танец, и я довольна очень. Он такой действительно, он был очень нежный, очень трогательный, вот как их отношения. Реакция на наш танец гостей была просто, знаете, ну, необыкновенно, удивительно. Я танцевала, ни на кого не обращала внимания, только потом уже, когда закончив, на всех посмотрела, вижу, все плачут. Танцевали все для себя? Настолько тронуты, и мне было так приятно, что я же немножко сама растрогалась. Я сам сейчас собираюсь плакать. Очень красиво. Это настолько трогательно. Ну, извините, я рыдала. А зараз сюрприз від мам. Майбутні тещі та свекруха ретельно готували подарунок молодим. І досить довго тримали його в таємниці. Неймовірно, здається, Світлана зрозуміла. Весілля у класичному стилі не завадить трішечки драйву. Тому мами вдвох танцюють запальний рок-н-рол. Моя мама может
сказать, меня особенно не удивило. То есть я мог от нее ожидать, а вот от Викиной мамы я не ожидал, это точно. Я был потрясен, знаете, у меня просто отвалилась вот так челюсть. Очень благодарна, что она действительно вот пошла мне навстречу. Все-таки переступила, когда я переступила себя. Ну и молодец! И я себя в чем-то тоже переступала. Вот так и нужно. Так, а как иначе? Если через себя не переступишь, немножко не пойдешь навстречу друг другу, как иначе можно? Тогда можно просто вообще ничего. Тогда, получается, и свадьбы не было. Дети довольны, все довольны. Они нас поддерживают, мы их поддерживаем, а они поддерживают нас. Главное, да. Это самое главное. Я считаю, что Алена молодец, ее идеи тоже пригодились. Я вижу это сейчас на свадьбе, как это здорово, как это весело.